2018 года исполнилось 18 лет, это мое первое голосование. Нужно проявить свою гражданскую позицию в этом вопросе. Буквально часа два назад сдал экзамен свой последний. У меня появилось свободное время, я решил, что надо потратить его с пользой, так сказать. Сегодня, так как День молодежи, и я пришла голосовать в этот день, потому что я состою в молодежной организации «Волонтеры Победы». И мне кажется, это было бы так символично, что в этот день я пришла голосовать именно сегодня. И меня, как первый раз, меня наградили каким-то подарком, это было очень приятно.